Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Приехала на дачу сегодня, у нас 24 марта, это город Екатеринбург. И хочу вам показать розы. Вот я их укрывала на зиму. В каком они сейчас состоянии. И так как у нас уже сегодня плюс 10, надо открывать и проветривать, чтобы они не заплесневели. Досочками. Удастся ли мне это открыть. Сейчас поближе покажу розы, в каком они состоянии. Так, чтобы было видно. Вот, видите, тут такой небольшой налет. Вот надо, чтобы ветер обдул, и они подсохли, чтобы не было вот этой плесени. Поэтому, как только появляетесь на своем участке, открывайте розы на проветривание. Потом обратно закроете, когда будете уезжать. Но если остаетесь ночевать, то это вечером закрыли. Снова днем открыли. Вот эта вот роза, вот она вот в таком состоянии. Чтобы вам сохранить, чтобы она у вас плесенью не покрылась, не сгнила. Надо обязательно проветривать. Покажу, вот у нее листики здесь опавшие с прошлого года. Ну вот, все про розу, все, всем пока, хорошего дня.